I want you to look in your Bible. Давайте откроем свои Библии. 2 Corinthians 5:10. Во втором послании Коринфянам, 5 главе, 10 стихе. I want you to understand, there's more than one judgment. И я хочу, чтобы вы понимали, что есть больше, чем один суд. A lot of believers, you know, they don't have the understanding of this. Многие верующие не имеют никакого понимания об этом событии. We are not all judged with the heathen. Естественно, что Бог будет разделять суд грешников, язычников и суд верующих людей. There's more than one. И будет больше, чем один There's суд. The judgment seat of the righteous. Будет судилище Христово, где будут праведники присутствовать In heaven. На небе. And there's the judgment of the damned, the unbelievers, on earth. И будет также суд для тех, которые неверующие язычники, он состоит на земле. You want to make sure, и ваша задача удостовериться в том, что вы будете находиться там, где будет суд праведных. It says this in 2 Corinthians 5:10. Итак, давайте прочитаем 2 Коринфянам 5:10. Now he's talking to believers here. Здесь, естественно, Павел обращается к верующим людям. Believers. Верующие. For we all must appear before the judgment seat of Christ. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. And then, in 1 Corinthians, далее, в первом послании Коринфянам, chapter 3, 3 главе, verses 13 through 15, с 13 по 15 стихи, it says, every man's work shall be made manifest. Каждого дела обнаружится. For that day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. And the fire shall reveal or try every man's work, what kind it is. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Talking to believers. Здесь, естественно, обращается к верующим. You see, because a lot of believers can be doing works. Знаете, что многие верующие делают какие-то дела. But they could be works of the flesh. Но эти дела могут быть также и делами плоти. They could be works God never asked you to do. Эти дела могут быть теми, которые Бог от тебя никогда не хотел. They could be works born out of pride. Это могут быть дела, порожденные твоей гордостью. They could even be works born out of rebellion. Эти дела также могут быть, исходя из твоего бунта. But Jesus says, on this day, но Иисус говорит, что в тот день, I said Jesus because Jesus is the word. Иисус по той причине, что Иисус есть слово, да? 14. 14 стих. If any man's work abide which he has built, у кого дело, которое он строил, устоит, he shall receive a reward. Тот получит награду. Verse 15. 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Watch this. А теперь смотрите дальше. But he himself shall be saved. Впрочем, сам спасется. Don't misunderstand what I'm saying. Теперь, пожалуйста, внимательно послушайте, что я говорю. Salvation is through grace, through faith. Спасение, естественно, дается человеку по благодати через веру. Okay, we don't work for salvation. То есть мы не делами зарабатываем себе спасение. It's by grace. Это, естественно, по благодати. Through faith через веру. In the cross. В крест. However, однако, our rewards наши награды are based on work. Основываются на наших делах. It's really simple. Все очень просто. It'd be like a business owner saying, you know what? I don't really need to hire you. I have enough people, but I'm going to help you out. Come on. Вот, например, есть бизнесмен, у которого свое дело, и он говорит одному человеку: ты знаешь, мне, в общем-то, не нужны сотрудники, но я решил тебе помочь, поэтому я тебя найму. So he gave him grace. То есть по благодати, то есть он дал ему благодать, и он взял его на работу. He doesn't have to work for the man. То есть человек сначала не поработал еще на своего работодателя, right? И он ему просто дал, правильно? But he's got to have faith that he told the truth. Но ему надо иметь веру для того, чтобы удостовериться, что тот человек был okay. прав. Но теперь, хорошо, я буду работать Thank для тебя. You very much. Спасибо тебе большое. You gave me grace. То есть ты мне оказал благодать тем, что взял меня на работу. And the man just stands around. Но а если человек будет просто там стоять? Two weeks later. Через две недели. Where's my money? Где мои деньги? Дай мне деньги. You don't get any money. А какие тебе деньги? Why? Почему? You didn't work. Потому что ты не работаешь. I gave you a job. Я дал тебе работу. But you didn't work. Но ты не работал.
Многие люди приходят к спасению. Они каются, спасаются. Аллилуйя! Они освобождаются. Они получают всякие там разные привилегии. Больше нету наркотиков. Полностью изменения. But then they don't work. Но потом они не делают никаких дел. Don't witness. Они не свидетельствуют. They die. Они не дают десятины. They die. Они умирают. They go to heaven. Идут на небо. I'm here. Господь, я пришел. But they suffer loss at the judgment. Но они ничего не имеют на суде. Because there's no fruit. Потому что они не приносят с собой плода. That's why we need to be very serious about what we do in this body. Вот почему нам надо быть крайне серьезными по поводу того, что мы делаем, находясь в этом теле. Because when I get to heaven, I don't want God to give me. I want a mansion. I don't want a doghouse. Вы знаете, когда я попаду на небо, я не хочу жить в будке. Я хочу иметь хорошие владения там на небе. Amen. Аминь. Well, we had a party for Elijah the other day. Мы недавно справляли день рождения Илюши. And they gave Elijah a little crown. It was a paper crown. И на Илюшу одели как на именинника такую маленькую бумажную, но корону. It was a gold crown. Она такая золотая была корона. It looked pretty. И очень красиво смотрелась. But it was paper. Но естественно, что это была бумажная, картонная. You could have taken a match. Можно было взять спичечку. И нет короны. Tried by fire. Испытанный огнем. I don't want a paper crown. Я не хочу такую бумажную корону. I want a gold crown. На небе я хочу золотую корону. Gold is tried by fire. Потому что когда золото испытывается огнем, what happens? Что с ним становится? There's coming an incredible day in the future. Итак, будет прекрасный день в будущем. It's called the judgment seat of the righteous. Он должен быть прекрасным. Это судилище Христово, то есть суд, на который придут праведные. The Greek word is bema seat. Греческое слово – это судилище или престол бима. There's going to be a mix of emotions. Там будут, знаете, разные эмоции. Yes, we'll be there. Да, мы там будем. We'll be before Christ. Да, вроде мы перед Христом предстанем. И там будет тысячи, тысячи. But less than we thought. Но меньше, чем мы думаем. Yes, there'll be a lot, but less да, там than будет we thought. Действительно очень много верующих, но меньше, чем мы думаем. And then Jesus is going to stand up. И потом Иисус Христос встанет там. And our heart's going to be pumping. И наши сердца будут, знаете, трепетать. Okay. Ага, here it is. Вот оно. What will survive the fire? Что вот сейчас будет испытано огнем, что переживет в моей жизни этот огонь? Что останется? How did I live my life? Как я прожил здесь эту жизнь? We're not talking about a loss of heaven, loss of salvation. Поймите, сейчас мы не говорим о том, кто в этот момент потеряет спасение, кто в этот момент потеряет небеса. Because это уже все. Нет, мы уже христиане, будем там, уже там. Однако, at that judgment, вот на том суде it will be determined будет определено, how we will spend eternity. Как мы проведем вечность. What kind of authority we will have? Какую власть Бог доверит нам там? Will we rule over one kingdom? Будем ли мы управлять одним царством? Remember the story about the talents? Помните историю о талантах? A guy had 10 talents. У одного из них было 10 талантов. And what did he do? Что он сделал? He got 10 more. Он сделал еще 10 talents. Иисус сказал, что хорошо. Enter into the joy of the Lord. Добрый верный раб, войди в радость Господина you своего. Shall be ruler over many kingdoms. И ты будешь править многими царствами. Многое тебе будет доверено. А что касается одного, вот того одного, what did he do? He что hit он сделал с ним? Он его спрятал. Hit он спрятал его. And what did Jesus say? И что Иисус сказал ему? He didn't lose it. Не, он не потерял его, то есть он вроде как закопал. Он его вернул в том виде, в котором ему был дан. And he said, I hid it. Но он сказал, посмотри, я же его сохранил. You were austere, leader. Я знал, что ты такой вот очень такой жесткий лидер, поэтому я решил тебе его вот отдать, что ты мне дал, то я тебе отдаю. And what did Jesus say? Что Иисус сказал? You're wicked. Ты злой. Take him. Возьми его cast him in the outer darkness. И во внешнюю в тьму. See, it's a serious thing.
Это очень серьезная вещь. I mean, I'm talking about salvation. Я говорю сейчас о спасении. That's why I take it serious. Вот почему я отношусь к этому так серьезно. That's why when I'm here or in the States, we're just going non-stop. Вот почему, когда я нахожусь здесь, когда я там в Штатах, мы постоянно что-то делаем нон-стоп, постоянно. I'm not walking around sad. Я не хожу при этом печальной. My attitude is not, oh no, another hard day. Я не хожу при этом, знаете, ожидая следующий день. О, еще, Господи, еще один день бы продержаться, еще один сложный день. Wow, another day of opportunity. Нет, я наоборот жду, знаете, о, еще один день новых возможностей. Another day to destroy the works of the devil. Еще один день уничтожить дела дьявола. Yeah, I get to preach the gospel. Еще один день, когда я смогу проповедовать Евангелие. I get to let my little light shine. И чтобы мой маленький свет, горящий внутри меня, светил. Amen. Аминь. Before the world, перед миром, that I may present Christ. Чтобы я смог продемонстрировать Христа. Аминь. Oh, I'm telling you, famous preachers will be there. Вы знаете, я вам хочу сказать, многие знаменитые проповедники будут там. Preachers that you see on TV right now. И знаете, проповедники, которых вы видите сегодня по телевизору, you read their books, читайте их книги. And you think, wow! И вы думаете, вау! Awesome! Они такие великие! Они такие прям как огромные! Ну, я хочу быть такими же, как они! Because they have so much money. Потому что у них так много денег. У них такие большие дома. У них такие служения огроменные. Они же ездят на таких дорогущих машинах. О, как же красиво они проповедуют это Евангелие. They're going to be there that day. Но они в тот день тоже предстанут на том суде. And their true works will be tried. И тогда только истинные их дела устоят, а все будет испытано. And I wonder how many. И интересно, сколько из них will stand there and see all their works burned up. Увидят, как на их глазах большая часть их дел просто сгорит. A person that I knew had a vision. Знаете, я однажды знал человека, у которого было видение. It was a vision of the judgment seat. Видение такого, именно вот этого судилища Христова. And he was there. И он был там. Doors were open. И он видел, как открылись перед ним двери. Millions of people entered in. И миллионы людей зашли туда. And each one stood before a podium like this. И каждый предстал будто перед кафедрой подобной этой. Millions. Миллионы. Миллионы. And he looked and he saw two people. И он смотрел на это видение, он увидел двух людей. A little old lady. Одна маленькая бабушка, у которой была одна книга. One little book. Маленькая книжка. Book of works. Это книга ее дел. What she did in the body. То, что она сделала, будучи в теле. И рядом с ней стоял очень знаменитый проповедник. Он его узнал даже, кто это был. У него было много-много книг, одна за другой, такие друг на дружке. Это книги его дел, и он подошел к этой кафедре. Положил их там. С такой, знаете, улыбкой довольной на лице. И рядом с ним стояла эта маленькая бабушка. Я думаю, может быть, на небе она уже, конечно, не ходила таким образом. Little woman put her book. И эта маленькая бабушка поставила эти книги. Jesus spoke. Иисус сказал. Ka-pow! Fire came from his mouth. И огонь вышел из его уст. Like a two-edged sword. Как обоюдоострый меч. Push! Like a million flames. Как миллионы маленьких огней. At one moment. В один момент вылетели из него. And the little woman. И эта маленькая женщина, ее книга превратилась в драгоценность, diamonds, в такие бриллианты, rubies, рубины, emeralds, вот там еще что-то, gold, золото. Beautiful. Прекрасно. Jesus came, Иисус пришел, took his hands, взял свои руки, started вернее, making a crown. Взял в свои руки это и начал делать венец. Вы знаете, не было завода, it wasn't a factory. Там не было завода по производству этих венцов или корон. It wasn't an assembly line. Это не было какой-то, знаете, очередная такая вот, конвейер, запущенный всем одинаково. Это было руками Иисуса сделано, корона, этот венец. Put it on her head. И он своими руками поместил на голову этой женщине. Tears. Слезы. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. The preacher. Проповедник же. Посмотрел тогда. He's thinking, oh, он думает, ого. Fire. И
пришел огонь туда. And he saw all his books turn to ashes. И вдруг он увидел, как на его глазах все его книги дел превратились в пепел. And he was shocked. И он был в шоке. And a wind came. И пришел ветер. And began to blow him away. И начал раздувать весь этот пепел. Until there was nothing. До тех пор, пока ничего не осталось. Pride. Гордость. Lack of love for the brethren. Недостаток любви братьев и сестер. Love of money. Любовь к деньгам. Love of things. Любовь к вещам. All gone. И все, ничего не осталось. Yes, he's in heaven. Да, он на небе. With Jesus. С Иисусом. Forever. Навечно. Nothing. Но ничего, никакого венца, no authority. Никакой власти. Some of you think, well, I'm not like the famous preachers. Некоторые из вас сейчас думают, а я же не такой знаменитый проповедник, я же не такой, как он. У меня нет большого служения. It's not about that. Да дело-то не в этом, на самом деле. What has Jesus asked you to do? Что Иисус попросил тебя в твоей жизни сделать? Whatever it is, be faithful. Что бы это ни было, что Он хочет от тебя, будь верен в этом. He says, Он говорит, if you're faithful in a little thing, что если ты будешь верен в малом, in a few things, в некоторых маленьких вещах, what does he mean by that? Что же значит he это? Said, if you're faithful in the few things that I've asked you to do, Он имеет в виду, что если вот я в твоей жизни предназначил что-то сделать, если ты будешь верен вот в этом малом, shall receive reward. То ты через это получишь награду. Do that. Сделай это. And it'll be good for you. И тогда все будет хорошо для тебя. So, it's a warning. Итак, это предупреждение для нас. Матфея 25:21. And his Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. Thou hast been faithful in a few things. В малом ты был верен. I will make you ruler over many things. Над многим тебя поставлю. Enter thou into the joy of the Lord. Войди в радость Господина твоего. That's the key. Вот в чем ключ. Be faithful in what God has asked you to do. Будь верен в том, что Бог тебя попросил сделать. You see, our issue is not to get to heaven. We're going. Слушайте, если мы верующие люди, то вопрос для нас не должен стоять, как бы попасть в мир на небеса. Мы туда уже пришли. В духе. Но пока мы здесь еще физически находимся, мы должны быть в верном состоянии. Be in faith when we die. Мы должны умереть в вере. Amen. Аминь. Our issue is наше дело preparing for eternity. Здесь на земле готовиться к вечности. Amen. Because I get to eternity. I don't want Женя Metalman ruling over me. Я когда приеду, прибуду в вечность, я не хочу, чтобы Женя Арматура управлял мною. No, I would be very privileged if you would outdo me. Нет, но на самом деле, если ты будешь сделаешь больше, чем я в этой жизни, это будет даже привилегия для меня. This is a fact we can't get out of. Итак, на самом деле мы говорим сейчас о том, чего нам не избежать. We're all gonna die. Все мы когда-то умрем. It says in Hebrews 9:27. В Евреях 9:27 говорится. Hebrews 9:27. 9:27 послание к евреям. For it is appointed unto man once to die, and then the judgment. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. We all have an appointment with death. Понятно, что каждый из нас когда-нибудь умрет. There's only one way out of death. Есть единственный путь избежать смерти для верующего. And that's a whole other teaching. Но это уже совсем другое учение. The rapture of the church. Это когда восхищение церкви произойдет. The resurrection of the church. Когда будет восхищение церкви, воскрешение церкви с этой земли. That's a whole other teaching. Но это же не совсем другая тема. And I probably should spend some time, maybe the next time I'm here. И может быть в следующий раз, когда я буду здесь, я специально уделю этому время. Why? Почему? Because I feel that day is soon approaching. Потому что на самом деле я чувствую, как все ближе и ближе этот день становится. World events are going so fast. Все в мире сейчас происходит настолько быстро. We have to be in faith. Что мы должны просто быть в вере. Be prepared. Быть готовыми.
Because the trump of the Lord is about to sound. Потому что скоро прозвучит звук Господень. 1 Thessalonians 4:16-17. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стих. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией. With the voice of an archangel, with the trump of God. Go ahead. The dead in Christ shall rise first. Сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. And then we, which are alive, потом мы, оставшиеся в живых, we, which are alive, мы, оставшиеся в живых, remain, shall be caught up together with them in the air, and forever shall we be with the Lord. Вместе с ними восхищены будем на облаках, встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. This day is coming. Итак, этот день грядет. And I look forward to that. И я очень ожидаю этого дня. It's going to be a fantastic day. Это будет просто фантастический день. And why do I say it's coming soon? И почему я говорю о том, что этот день наступит скоро? Because all the signs have already happened. Потому что все знамения фактически налицо сегодня происходят. Matthew chapter 24 verses 1 through 14. Матфея 24 глава с 1 по 14 стихи. Jesus said when you see all these things happening. Иисус предупредил, что когда увидите то это и это, все эти знамения происходящими на земле. Recognize that it is the sign of the return. Он сказал, чтобы мы увидели, что это и знамение скорого возвращения Господа. И все это на самом деле происходит. И сегодня даже в большей степени, чем когда-либо. И сегодня для нас время готовиться. Готовиться. Потому что есть многое, что будет происходить даже в этом году. Even in the next 3 to 6 months, даже в следующие от 3 до 6 месяцев. There's going to be some devastation coming to this world. Будет некоторые совершенно потрясающие факты, происходящие в этом мире. That's going to shake governments. Будет то, что сотрясет многие страны и правительства. Another crisis. Еще будет один кризис. It's going to happen. Произойдет. Another war. Еще одна война. It's going to take place. Произойдет. And you better be in faith. Поэтому лучше тебе быть в вере. Revelation 11:18. Откровение 11:18. And the nations were angry, and thy wrath has come, and the time of the dead. That they should be judged. И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим. That thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints. Пророкам и святым. And to them that fear thy name. И боящимся имени твоего. Small and great. Малым и великим. Glory to God. Слава Господу. That's the judgment of the righteous. Вот это есть суд праведных. That's our judgment. Это наш суд. In heaven. На небе. We're taken from the earth. Когда мы будем взяты с этой земли. And the world is ushered into 7 years of living hell. И после этого этот мир переживет 7 лет буквально ада на земле. And from Revelation 4:1 to Revelation 19. Из 4 главы Откровений, 1 стиха по 18 главу Откровений. The world goes through wars. Это как раз описывается время войн, время страданий на этой земле. And over 2 billion people will die. Когда умрет за это время более 2 миллиардов человек. Over 2 billion. Представьте, более 2 миллиардов, треть земли умрет. And I thank God. И я благодарю Господа, us, что Он сказал нам, что Он избавит нас от этого дня гнева на земле. Because we are taken to heaven. Потому что мы, если мы в вере, будем взяты на небо. For the judgment seat of the Christ. И предстанем на судилище Христово. И for the supper. Мы будем с Агнцем на вечере Господней. And for all those of you that love to eat. И для всех из вас, которые любят кушать. I have great news. У меня есть прекрасные новости. The supper of the lamb. Что Божья вечеря будет длиться целый год. And we don't gain weight. И мы не будем поправляться. There's another judgment. Но будет еще один суд. You don't want to be at this one. И на него лучше не попадать. Revelation chapter 20. Итак, Откровение 20 глава. Verse 11. 11 стих.
And I saw a great white throne. И увидел я великий белый престол. And him that sat on it. И сидящего на нем. From whose faith the earth and heaven fled away. От лица которого бежало небо и земля. And there was found no place for them. И не нашлось им места. And I saw the dead, small and great, stand before God. И увидел я мертвых, малых и великих, and стоящих перед Богом. И книги раскрыты были. Books. Книги. Plural. Множественное число. Books. Книги. Не одна книга. Не просто книга мертвых или книга живых. Books. Книги. People think, well, I got my name in the book of life. Люди думают, ага, мое имя записано в книге жизни. Glory to God. Слава Господу. Well, that's good news. Это действительно, слава Богу, это хорошая новость. But you want your name in the other book. Но очень важно, чтобы не только в книге жизни, но и в других Божьих книгах было прописано твое имя. Stay with me. Итак, следите за мыслью дальше. And the books were open, and another book was open, which is the book of life. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта была, раскрыта, которая есть книга жизни. And the dead were judged out of those things which were written in the books. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Сообразно с делами своими. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. See, even then, God is opening up the book of life. Даже тогда Бог еще открывал книгу жизни. Because there will be people there say, "Oh, no!" Потому что будут люди там, говорящие, "О, нет!" I was saved. Я был спасен. I served God. Я служил Богу. I cast out devils. Я изгонял бесов. I healed the sick. Я исцелял больных. And the book will be open. И книга откроется. What's your name? Как тебя зовут? Joe Anderson. Joe Anderson. From. Из. Чернигов, Украина. Чернигова, Украины. Джо Андерсон. Ваня Петечкин. Из Чернигова, Украины. You're not there, Joe. Тебя там нету. Not there. Там просто тебя нет. Sorry. Извини. Cast in the lake of fire. И таких будет изгнано в озеро огненное. But I gave my life to Jesus. Но ведь я же Коса однажды отдал свою жизнь Иисусу. I'm sorry, I have no record. Извини, но записи я тебе нет. Никаких записей. In heaven, the Bible says there's 24 elders. На небесах написано, есть 24 старейшины. 12 from the Old Testament. 12 будут присутствовать из Ветхого Завета. 12 from the New Testament. 12 из Нового Завета. How many are usually on a jury? Присяжных, наверное, да, или как? Ну вот сколько человек там присутствует? На суде 12, да? It's a usual number. В принципе, это обычно. Вот когда судит как бы не судья, да, а вот когда есть люди, которые, ну, как бы обсуждают и выносятся. Это обычное число 12. 12 from the old. 12 будет из Ветхого Завета, 12 из Нового. Это будут такие присяжные. There's an accuser. И будет там обвинитель. Дьявол. There's a lawyer. Будет там и адвокат, ходатай. There's a judge. Будет судья. Everything's there. И все будет там. I want my works to survive. И я хочу, чтобы дела мои пережили это. And that's why almost every day, и вот поэтому я каждый день, bed, когда ложусь спать, I'm asking God, я прошу Бога, judge my heart. Господи, рассуди сердце мое. Don't let me mess up. Не позволь мне нигде ошибиться. Don't let me get into pride. Не позволь мне в гордость впасть. Don't let me get off course. Не позволь мне сойти с пути. Make sure I'm doing it for the right motive, the right reason. Чтобы все, что я делал с правильными мотивами, по верным причинам. Because it's serious. Потому что это весьма серьезно. I don't say that because I'm scared to go to hell. Слушайте, я не говорю это, потому что я боюсь попасть в ад. I do it. Я делаю это. Because I've got 70, 80. Потому что мне осталось, ну сколько жить, 70-80 лет. В смысле, до 70-80. Or if he comes soon. Или, если он придет раньше. Might be over before I'm done preaching. Может быть, мы сегодня вознесемся до того, как я закончу проповедовать. And if he comes, и если он придет, and you're still here, а вы еще будете здесь, you can fight over my money. То вы можете что сделать?
You can fight over my money. А, то я могу вам... А если вы останетесь здесь после того, как мы вознесемся, то вы можете мои деньги взять себе. Right there. Я вот здесь вот оставлю, пожалуйста. Но вам они уже не помогут, друзья. But I think it'd be better. Но я думаю, будет гораздо лучше, if you were gone. Если вы пойдете вместе со мной. In the moment, in the twinkling of an eye. Чтобы в один момент, чтобы, знаете, как в мгновение ока. We shall be changed. Мы с вами изменились все вместе. In an atomic second, it says. Представляете, что такое мгновение ока? Это какая-то доля секунды. In the blink of an eye. Мгновение ока. We're changed. Мы будем изменены. We're gone. И мы уйдем. Аллилуйя. And that's what that word means. И вот что значит это слово. I'll put it back in my pocket because I'm sure that you'll all be gone with me. Ну, я положу деньги обратно в карман, потому что я уверен, что никого из вас здесь не останется. 1 Corinthians 9:24. Итак, первое послание Коринфянам 9:24. Know ye not that they which run a race run all? Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? But one received the prize. Но один получает награду. Watch this. Теперь смотрите. So run, так, you may obtain. Бегите, чтобы получить. Paul says, Павел говорит, Филиппийцам 3:4, I press toward the mark of the prize of the high calling of God. Что он стремится получить то, что Господь приготовил для него. Он прилагает к этому усилия. He says, I'm pressing for it. Он делает все возможное, keep чтобы достать. Keep it before my eyes. Для него это есть фокус, который всегда стоит перед глазами. He's the one that wrote in the same book, I count it all joy. Это тот же человек, который написал в той же книге о том, что он почитает все за радость за служение Господу. All joy. Все для него есть радость. Hallelujah. Hallelujah. I mentioned there are books in heaven. Итак, я уже упомянул о том, что есть книги на небесах. Books. Книги. It says this in Psalms 138. В 138 псалме говорится. Verse 16. 16 стих. Thy eyes did see my substance, yet being imperfect. Там написано, зародыш мой видели очи твои. And in thy book all my members were written. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные. David's talking about that God seen him in the womb. Давид говорит здесь о том, что Бог увидел его еще во чреве. What translation says you numbered all my body parts? И в одном из переводов этого псалма говорится о том, что все части тела сочтены были Богом у Давида. Another translation says you numbered all my days. И в другом переводе написано, что все дни здесь сочтены, да? The Jews talk, say that this speaks of what they call the book of destiny. Евреи в своей культуре говорят, что когда говорится о том, что все дни сочтены, и человека как бы Бог сотворил, говорится о книге судьбе. Есть такая книга судьбы. Вот Бог увидел тебя во чреве, как Еву, например, которая здесь была. Бог увидел ее во чреве, сосчитал все дни ее, сосчитал все части ее тела, выписал всю ее судьбу. Но сейчас теперь ей нужно прийти ко Христу для того, чтобы исполнить ту самую судьбу. She's gonna have to be in the Word. Ей необходимо будет пребывать в Слове. She's gonna have to be prayed over, prayed for, protected. Ее необходимо будет за нее молиться, ее защищать, растить ее. She's gonna have to know Jesus. Она должна будет узнать Иисуса to live для того, чтобы исполнить эту книгу судьбы. Every one of us has one. И у каждого из нас есть такая книга. Но вопрос вот в чем. Живешь ли ты в соответствии написанному в этой книге? Тебе необходимо жить этим. Ты можешь говорить, да, у меня есть всего лишь один талант. Okay. Ну что, хорошо. Умножь этот один. У тебя получится два. Если умножишь два, получишь четыре. В Божьем Царстве ну просто не существует ограничений. Итак, вот одна из книг.
Еще одна книга называется «Книга живых». Это книга живущих. И книга называет это, ой, евреи называют это книгой судьбы. You know what else is in that book? А вы знаете, что еще написано там, в этой книге? В этой книге записан каждый абортированный ребенок, то есть нерожденный ребенок. Знаете, многие церкви целые полемики устраивают, целые такие вот обсуждения. Те детки, которых убивают во чреве, которые не рождаются, спасены ли они? Что с ними будет дальше? Да, они на небе. Потому что они относятся к книге живущих, живых, потому что они зарождены были. И Бог не может позволить дьяволу украсть это. Иеремия 1.5. Jeremiah 1:5. 1:5 Иеремия. Before I formed thee in the belly, I knew thee. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Before I came out of the womb, I sanctified thee. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Thank God. Спасибо Господу. Он защищает даже нерожденных. Он знал нас, Он знал нашу цель, Он знал нашу судьбу, Он знал наше имя, Он знал наше призвание. Откровение 3.12. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего. И имя града Бога моего. Нового Иерусалима. Новое имя. Для твоего будущего Бог уже что-то запланировал. Бог знал нас в прошлом, и Он знает нас в будущем. И это не редкость. Здесь конкретная четкость по поводу каждого. Вот почему у каждого из нас с вами есть разные отпечатки пальцев. И так же, как сетчатка нашего глаза, вообще узор нашего глаза, у всех все уникальное. Голос каждого человека также до такой степени уникальный, как наши отпечатки пальцев. И наша ДНК. Никто из нас не похож на другого. Все мы являемся отдельными, все уникальные, все конкретные, и все должны принять решение. Но Боже! Никаких «но». Никаких «но». Что сделаешь ты? Но Петр говорил, а этот что будет делать в Царстве Твоем? А Иисус ему что ответил? Подожди, это не дело твое вообще. Так? Это не твое дело. Что ты там будешь делать? Ты корми овец моих, паси. Ты моих агнцев вскармливай. Петр, любишь ли ты меня? Господи, уж знаешь же ты, что я люблю тебя. Словами, в делах, в сердце. Любишь ли ты меня по-настоящему вот так? Но каждому из нас предстоит ответить на этот вопрос самим. Потому что каждый из нас индивидуально предстанет пред судилищем Христовым. Побеждающему. Побеждающего. Вот мы должны стать побеждающими. Каждый из нас должен что-то победить. Каждый из нас должен дойти до конца. У меня уже нет времени. Я хочу поговорить о книге жизни, о книге слез, книге судьбы, книге Агнца, книге дел. Все это описано в Библии.
И вот почему я вам говорю, что нам необходимо удостовериться в том, что наше имя будет записано во всех книгах. Я сегодня буду говорить о венцах. О венце жизни. А вы знаете, что есть особый венец тем, кто приводит души ко Христу? Да. Действительно. Есть венец прощения. Да, есть такой венец. Когда я попаду на небо, я хочу все венцы. Вот почему я сейчас свою шею качаю. Чтобы я смог удержать все венцы. Чтобы я не был без баланса, знаете, когда они все на меня оденутся. Правильно, давай, Иисус, давай их все на меня. Но вот хорошая новость. Он хочет вам оказать эту большую помощь, чем вы думаете. Я буквально несколько дней последних думал. И знаете, люди часто подходят ко мне и говорят: «Вау, Питер, ой, у тебя будет так много наград». Послушай. Мы здесь. Мы здесь, потому что много людей пожертвовало свои финансы для того, чтобы мы сюда смогли физически приехать. Поэтому моя награда разделена вместе с их наградой. Другие молятся за нас. Серьезно молятся, не просто так. И они тоже будут разделять награду эту. И пока я здесь, мне еще и с Наташей придется делиться. Слава тебе, Господь! И Боба даже вот нас на евангелизации водил, и он возьмет часть награды. И моя жена там была. И Женя, арматурный металлист. И Саша Тиски. И наша молодежная команда. К тому времени, когда мы распределим эту корону, мне достанется кусочек. Но, с другой стороны, если я буду в гордости ходить, угадайте, что со мной будет. Представляете, мне ничего, а Наташе все достанется. Слава Богу, что Бог уже там все это высчитал, все нормально у него. Действительно, все под контролем, друзья. Знаете, в Библии написано, что ангелы постоянно всходят, нисходят, у них постоянно движение происходит. И есть специальные ангелы-хранители, ангелы, которые наблюдают. Ангелы, которые записывают. Миллионы постоянно записывают. Все. Вот прямо сейчас, даже здесь они записывают. И все сейчас записано. Каждое слово, каждая мысль. Мне не нравится, что он проповедует. Господь все записал. We live in a serious time. Мы живем в очень серьезное время. Серьезный день. The enemy is raising his ugly head. И, конечно же, дьявол пытается в эти последние дни как можно больше сделать. Deception on the earth. Есть очень большое обольщение на этой земле. Believers are backsliding. Верующие множество отходят сегодня. The devil's deceiving them. Дьявол многих обманывает Lying сегодня. To them. Он врет им. And because they're not in the word. И поскольку они не пребывают в слове, not in prayer. Не пребывают в молитве, the Bible says they will believe a lie. То Библия говорит, они поверят лжи. The Bible calls this time the time of the great deception. Библия называет это время временем великого обольщения. The great falling away. И великого отхождения. Don't think you're too strong. Не думайте о себе, что вы слишком сильны, чтобы не попасть на это. Don't think you can't fall. Не думайте о себе, что вы такие сильные, что не можете отпасть. That's why you need to be in prayer in the word. Если вы понимаете свою слабость, вы будете больше пребывать в молитве и в слове.
in the company of believers. И будете в общении верующих входить больше. In the family of God. Постоянно находиться в семье Божьей. So we can help each other. Чтобы мы друг другу могли помогать, чтобы мы могли молиться друг за друга. We need each other. Мы нуждаемся друг в друге. Lord, we've listened to this message. Господи, мы послушали это слово сегодня. About the judgment seat. О суде, о том, что нам предстоит праведным. And the judgment seat of the dead. И также о суде мертвых. God, I don't want anybody here to miss the bema seat. Господи, я не хочу, чтобы кто-то из нас пропустил суд праведных. I don't want anybody to miss. Я не хочу, чтобы кто-то здесь присутствующих пропустил его. And if there's anybody here today, и если есть кто-то сегодня здесь, never given your life to Jesus, который никогда еще не давал жизнь свою Иисусу Христу, or you've backslid in heart, или вы знаете, что вы отошли от Него, you're not in the faith, и что вы не жили в вере, don't miss an opportunity, не пропустите этой возможности to repent before God, покаяться перед Господом, because the time is too short, потому что осталось слишком мало времени. This could be the last, это может быть последний день, and then eternity, и тогда вечность.